Всем привет! На улице резко наступила зима. Я очень этому рада. Пусть лучше будет снег, чем дождь. Взяла сегодня с собой палатку, но планирую построить балаган. Если не успею, буду ночевать в палатке.
6 жердей готово, осталось 2. Чуть не забыла сказать, спокойной ночи. Сегодня буду спать в одежде, боюсь замерзнуть.
Всем доброе утро. Так тут комфортно у меня, могу в принципе показать, как у меня здесь у меня пауэрбанк висит в мешочке, здесь у меня фонарик. Ночью смотрела кино, ну как ночью, вечером. Рюкзак, одежда, чай, горелочка, ну и в общем все необходимое. У меня здесь Thank you.
интересное укрытие у меня получается. Мне нравится. Только я заготовила мало жердей, потому что я планировала сделать другое укрытие. Поэтому сейчас пойду в лес заготавливать жерди дальше. Посмотрите, какая красота получается. Класс! Пока на данный момент у меня получилось вот такое укрытие, каркас, так сказать. Сходила в лес, заготовила еще парочку жердей. Принесла сегодня с собой тент, хотела уже сразу покрыть это все тентом. Но сегодня я это сделать не успею, сделаю в следующий раз. В следующей серии я уже буду точно натягивать тент. Всем пока!